Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Катают они мяч. Как вариант продолжения напрашивается навес. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно может быть. Не получилось синхронизировать пасы открывания, поэтому офсайд. И вот проходит он. Нет, не проходит, потому что арбитр поднимает флажок. Офсайд. Хорошо двигается с мячом. Чисто отбирает мяч. Немного точности не хватило пасу, будет аут. Будешь навешивать, а? Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Вот так надо играть в отборе. Идут они в атаку. Играет в пас команда. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. И навесить тут нужно. В центр штрафной подача. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Окончательно они завладели мячом и ищут возможность для ключевой передачи. Выбивает вратарь мяч после навеса. Дальше мяч не идет. Перехват. Мяч у них на чужой половине. Похоже, ждал он паса чуть раньше, поэтому залез в офсайд. Не получается отдать мяч точно. Перехват. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Опасный пас. И ничего команда из этого эпизода не создает. Перехвачен этот пас. Отдает он передачу. Оставляет мяч. Какая реакция, какой прыжок. Класс! И в центр штрафной мяч летит от углового флага. И первый на мяче вратарь. Идут они уверенно в атаку. Бей и выводи команду вперед!
Мяч в игре, у вратаря не получилось его забрать. Нижнюю штангу пошла подача. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Отличная поддержка сейчас исходит от болельщиков. Они гонят свою команду вперед. Тащит вперед мяч. Очень хорошо они держат мяч. Нужно дождаться верного момента. И что дальше тут будет? И это гол! Первый гол в сегодняшней игре забит.